Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры, особенно родители. Листая новостные ленты, я наткнулся на очень неприятную новость о том, что Walt Disney будут вводить в свои мультфильмы тематику ЛГБТ почти до 50%. И, кстати, эти компании отличаются наибольшими просмотрами и наивысоким качеством своего контента. И в связи с этим я хотел бы обратиться ко всем родителям, что сегодня защитить умы нашей молодежи, наших детишек, защита их нравственности, то есть можно назвать это угрозой нравственной безопасности нашего подрастающего поколения. Родители, с вас будет очень суровый спрос в судный день, если сегодня мы оставим без присмотра наших детишек перед экранами наших девайсов, телевидения, целиком и полностью доверим воспитание наших детей YouTube, естественно, это все принесет свои худшие плоды и результаты в скорейшее, очень ближайшее будущее. Прочитав эти сообщения, я решил, что не будет излишним очередной раз призвать вас к бдительности и внимательности ко всему, что просматривают ваши дети. То есть родительская цензура – единственная надежда сегодня на спасение умов наших детей. Будьте бдительными и осторожными, уважаемые родители. Да, сегодня очень многие родители, матери находят выход в том, что они оставляют перед экранами мобильных телефонов своих детишек, и они их не беспокоят. Но поверьте мне, вы сегодня находите в этом для себя выход. Завтра вам от них никуда не уйти. Завтра уже будет поздно. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Куллюкум ра'ин». وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Каждый из вас является пастухом, и каждый будет нести ответственность за свою паству. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз призываю, следите, просмотрите, узнайте, почитайте отзывы, изучайте весь тот контент, который любят ваши дети. А также призываю вас, хоть такого контента и мало, находите всегда альтернативу для того, чтобы поставить перед вашими детьми. И на арабском языке вы найдете, и на любых языках вы найдете более-менее допустимый и полезный контент в YouTube. Есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в котором говорится о том, что в судный день сын скажет, которого будут направлять в ад: «О мой Господь, я не войду в ад, пока передо мной не войдет в ад мой отец». Это те родители, которые не выполняют своего долга, долга воспитания, долга защиты, защиты нравственной, защиты ума наших детей. Дети будут требовать у Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах прежде них, чтобы вверг в ад своих родителей. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он защитил наше потомство, защитил нас от дурного влияния и сохранил в наших сердцах веру во Всевышнего Аллаха.